На конкурс дети читают стихи. Агния Барто, елка, читает Трухачев Серафим, 3 года. Купили мне мотовку и папа мотовку. И папа мне сказал, сегодня мы на елку пойдем, а вот за я был батюшки новый, похож на моего огромном зале. Я там вообще мотовка. Потом сказал ребятам, я к ёлке побегу, под руку без старшего жука. А что здесь знакомое? Кити это старика. Тебе и снимайте пляски, кончайте пляски, сюда бедик. И я хоть сказочек, он нам расскажет сказки. Сказка, блин, длинная была. Потом мой козленок, как он по полю гулял, по траве зеленый, как его лесу забодали волки, я стоял так далеко, что не видел елки. Я стоял там на верхушке, я его видел полох опушки. Сказала тетя, бежим скорее петушки. И на эту елку хотят все глядеть. Я на эту. Угу. Что дальше? Угу. Что? Ну. Над этой елкой сидел большой медведь. Что дальше? Угу. Сказала тетя, мы будем песни петь. Мы пели долго-долго, волга-волга, мы пели долго-долго. Потом дали мне яблоко и желтый леденец. Потом сказать, что стопайте куконец. Я пошла пьяни, долго одеваться, а потом бабана в кольцо попался. Я тут друзья.